Entonces ha llegado la... Ну, тоді набирайте собі команди. Виходять судді наші Оля і Ніколай з фартушками. Так, першим до своєї команди... І я хотів такі до Олі. Як же ж по-другому? І тут. Я не ожидал вообще, вообще не ожидал этого. Я хочу взять Сашу Демонштейна. Зефирка, зефирка. Зефирка, ты же снова не останний, бачишь? Но меня берут первым. Ну, это было, это второй раз всего лишь. Мне взяла только Соня первым. Неизвестно почему только. И Оля, все! Так, а я вот хочу взять... Вика Сулеймани ко мне. Спасибо, подарок на Новый год. Спасибо, спасибо. Я считаю, что ее незаслуженно обижают и постоянно оставляют на протяжении вот уже скольких конкурсов последний. Я чула, что Антон, ты дуже хочешь да, ходить да, до нас. Да, спасибо большое. Антон для меня это... Це справжній майбутній шеф-повар, і у нього має бути перша, мабуть, мішленівська зірка, насправді. Лада, ти нікому. Я в чорному. Надіюсь, не надовго. І я надіюсь. І далі Оля бере Настеньку, бере Цілю, мою любиму Цілю. Далі бере Соню, бере Дашевську. И вот наша команда, в принципе, набрана. Смотрю на свою команду, вроде нормальная. Там Влада, Тивёныш, Одесса, Вика и я. Ну, как бы, вроде команда нормальная. И Николь вообще. Николь домой по морепродуктам или по пастам пойдет. Или натягиваешься. И все, команда сформирована, нам Эктор говорит, что... Вы сегодня должны будете приготовить закуску, основное блюдо и десерт. Вот, кладовые на колесиках у вас есть. И пора. А на все це у вас будем... Темпо. 2 часа. Ох, нормально. 2 часа это по нам. Чух-чух-чух, чух-чух-чух-чух. Поехали. Время пошло. Тележки, берите, берите тележки. Один, один. Данила, один. Так, сюда, ставим. Хотели ребята разбежаться, как они обычно это делают. Я задеваюсь. Так, стоп. Но я его и стоп. Собрались. Тем самым показываем, что у нас команда. В первую очередь нам нужно придумать речок. Знает каждая одессит, команда синих победит. Подходит. Давайте все вместе. Знает каждая одессит, команда синих победит. Хорошо, есть. Я стою такая, боже, какие кричалки. Да куда кричалки? Нет, конечно, может, у Николая была такая стратегия, что сначала мы придумываем какие-то кричалки. Я пропоную зробить, ми ж все-таки маємо здивувати ваших мам, да? І не просто там щось звичайне таке приготувати, хоч у нас і гречка, печінка. Меню обирала я, як капітан, вже виходячи з тих продуктів, які бачили на таці нашій, в міні-кладовій. Я пропоную зробити такі, як профітролі з крокліном зверху великі, і в них їх начинить паштетом із курячої печінки. Хто вміє робити курячий паштет? Я, в принципі, можу. Хто? Тоже Антон. Можу. Я озвучувала меню дуже наполегливо, тобто не сумніваючись, не намагаючись порадитися, тому що я знала, що якщо я буду починати радитися, як ви думаєте, що нам зробити, це полетить 1055 ідей в секунду, з якими ми просто не справимося, це буде знову ж таки хаос. І ще морквяне пюре давайте зробимо. Морковка дешево і сердито, але воно яскраво буде, там буряк, там морква, да, оранжеве, красне, і профітроль, і зверху, отвечаю, буде класно. Оля, на основне просто мус м'ясний з додаванням вершків та білку, а також спецій, загорнутий в слайси із моркви та кабачка.
А на десерт пропоную зробити віріни. Ну, віріни – це стаканчики, інакше. На низ ми зробимо гарбузовий мус. Далі ми додаємо трошечки карамелізованого яблука. І овсяне печиво, такий овсяний крамбл. Тому давайте, значить, для початку займаємося курячий паштет. Я пішов, да? Ставиш зразу гречку, варить. Ось це заняття. Ні, ставиш зразу варить гречку. Коли командний конкурс, важко дуже почати і організувати всіх, щоб у всіх були завдання, щоб всі були задоволені, зацікавлені в тому, що вони роблять. І коли ти стоїш, такий 1,73 з ростом, а тебе оточують, знаєш, по 1,30, а хто й менше, діти за такими величезними очима, і одразу: «Оля, що робить?» Тільки так, працюємо дуже швидко, тому що процесів не по одному, а кожному. А скільки води? Знаєш, як ураган наш, який прилітає і змітає всі твої думки, те, що ти вже запланував собі потихесенько. На рабочей поверхности все кипит, потому что сердце стучит. Они уже начинают готовить, а мы думаем кричалки. И делаем так себе. Наша работа кипит, потому что сердце стучит. Все. Это мы будем говорить тогда, когда мы будем готовить. Смотрите, мы сейчас определимся на процессе. Основной продукт – это у нас курица. Готовим мы ее по принципу такому же, как вы готовите утку. Одесса будет заниматься обжаркой. Хорошо. А можно я лишь на 20 как раз сделаю, у меня выйдет? Такие вот, что ты звездишься? Одесса на мясо, становись сразу же. Да. Саша ему помогает. Занимаешься сердечками. Меня ставят, говорят, ну, чисти сердца от жира. Сердца, о боже мой. Меня угадает мама. Сердца и я – это вообще лучшие друзья. Зарифмовал. Нужно будет сделать нам крамбл. Мука, яйца. А, как песочное тесто, только крамбл. Крошка. Да. Сегодня на горячем цеху у нас Даня, Одесса и Козырь, то есть такой мужской коллектив прям. А все остальные, то есть я, Вика и Николь, на десертах. Николай, смотрите, не маринуем, не сейчас, режем. Подожди, ничего не делаем. Просто жди моей команды. С Николаем все надо спокойно, тихо, знаете, как в раю. Так, так должно быть все хорошо у нас. Нет, мы тушимся, ничего. Просто наслаждаемся от готовки. Все, ждем, пока вода скипит. Смотрите, ребята, давайте так. Каждый остается на своей поверхности. Я к каждому подойду и скажу, что делать. Николай после рассказа о стратегии вообще не озвучил меню. То есть для нас оно было загадкой. Я не дал детям изначально понимать, что они готовят. Я создал систему, здоровую систему, единого организма. Вот, например, наш организм, он устроен из атомов, молекул, из протонов, нейтронов. И каждый из них не понимает, что он делает. Он знает только маленький, небольшой участок своего труда. Печень, она не знает, что она печень. И она знает, что она отвечает только за работу печени. Да, вот клетки печени. Например, по какому принципу? Сердце за энергию и перекачку крови и так далее. Также я сделал и в своей команде. Такой древний японский принцип создания государства из пустоты, из ничего. И главную композицию всего и моей презентации, и моих блюд знал только один человек, это был я. Можно как них сделать? Не надо ничего делать, занимайся мясом. Господи, Николай так кричит. Так это он еще даже не кричит, он только голосовые смязки разминает. А ты, мой котику маленький, будешь заниматься, давай я овсяным этим крамблом. Для этого тебе треба будет смешать масло с сахаром. Цукру брать 150 граммов. 100 грамм муки, надо 80 грамм сливочного масла, надо всякого изюма, всякого имбиря, всякой корицы, то есть побольше разных специй. Настя, яблочко туда и готово. Быстро, працюем швидше. Вы что так долго думаете? Оля мне показывает, как наделать эти парфитроли. Она берет
делаю такой профитроль, для Николая, такой здоровенный такой, я понимаю. Я понимаю, когда он вырастет, он будет вот такой вот. Чем больше профитроль, тем больше пощета, тем больше моей маме понравится. Тем больше процентность того, что мы выиграем. Циля, хто так кладе профітролі один біля другого? Як ти хочеш, щоб вони виросли, не злиплися і були рівними? Я тобі як показую? Раз, два, три. Раз, два, три. І далі. Ти для чого два противня приготовив? І потім ми розказуємо, що а я вдома роблю так. А старших хто буде слухати? У всіх була робота, а я смотрю на команду суперників. Там у них теж робота пішла, робота кипить. Тобто сьогодні ми працюємо на кухні слажно. І все це отак вручну, ми перемішуємо, робимо колобочок. Олечка, і в холодильник. Можна я у тебе одолжу паприку? Тільки за гроші. Хорошо. Будете довжні. Паприка, потім. Давно, тільки за гроші. Така нормальна. Така, от це учи-учи дітей на свою голову. І потім тільки за гроші. Понимаєш, і води не подадуть. Еще к нам постоянно подбегала синяя команда. Такие, типа, как это так? У нас есть, у них нету. Если они потратили, то зачем давать? Типа, а Олечка добрая, она типа им дала все, как бы, ну, держите, да. Ну, я бы не давал. На водяной бане. Здравствуйте. Привет, так. Николай, как дела? Смотри, ну мы сейчас разделили процессы. Да. Одни ребята у нас занимаются десертной частью, другие занимаются закуской и горячей частью. Ага. Bueno, ¿y cómo se están portando? И как дети поводятся? Очень слаженно. Они пока не понимают, почему я им не даю так быстро команды, но я не хочу, чтобы на моей кухне был хаос. Посмотри на их лица. Они, понимаешь, они привыкли друг друга сливать и знать, что в конце кто-то будет меньше или больше работать. Да, конечно. Поэтому я каждому дал процесс, и всеми я пока не могу. Хорошо. Мене цікавить, у тебе був цілий план, італійське меню, а тут такі прості продукти. Що ти вирішив готувати? Я буду делать закуску из курицы с апельсиново-горчичным соусом. Да, да. На горячее я сделаю куриную грудинку с косточкой на гриле под соусом бер-блан с под гарнировкой зеленого горошка и капусты. И на десерт я сделаю мусс. Желированный мусс из творога со сливками, ванилью. И как ты оцениваешь свои шансы на перемогу? Красная команда сильная, да. У них тоже слаженная работа. Я пару раз под видом того, что брал продукты, подошел, сделал промышленный шпионаж. Они меня не заподозрили. Вот, ну, посмотрим, все дело вкуса. Ты же хорошо, знаешь. Хорошо. Сколько ресторанов, и все работают. Удачи, удачи. Смотрю, здесь готовится мясо, здесь уже в духовку Никита ставит грудинку. Здесь, смотрю, все хорошо нарезается, все складывается в мисочку, порядок идеальный. И тут ко мне подходит Эктор и говорит мне, Влада, здравствуйте, то есть как вам работать в команде Николая? Влада, у вас тут такая идеальная дисциплина. Что Микола с вами сделал? Я вас не упознаю. Не, ну, много людей просто, включая меня, даже где-то побаиваться Николая просто. Ну, я не знаю, видимо, поначалу просто всегда всем страшно не подвести своего капитана, тем более такого. Ну что, что там у нас желатин? Есть, готово. Покажи мне. Как желатин? Все хорошо. Покажи, покажи. Нет, еще, еще, еще. Еще. Бежала я к той команде. То можно желатин, то можно сливки, то можно, значит, яблоки, то груши, то лимоны. Каждый раз я так подбегаю и подслушиваю, что у них там происходит. Иди отсюда. Я понимаю, это выглядело слишком странно, но они меня не рассекретили. Вот там был хаос. Може ще перебить трохи творога? Є? А, творога більше немає, нема. Так, давай быстренько вставай. Ти, значить, крамбл насипаєш, ти насипаєш. Найдіть ложки, ви не можете знайти ложки помити по одній штуці з шпажками. Ребят. Все йшло по плану. Нічого, в принципі, не предвіщало біди. Лише тоді, коли підійшов Ектор. А із цього треба зробити коврик. Олю, у вас щось варить. Тільки товщі трохи. Настя!
Ого! Настя! Горить вівсяне печиво на стуні моєї, навіть не саме печиво, а родзинки, які випукли там. Збирай швиденько родзинки, тому що печиво треба ще допекти. Я поставила в духовку і я не і пішла гуляти, да? І духовку на 250 поставила. Хто ж це так робить? Оля, ти вираз комуна? Олю, ти як мама. Так спокійно, з ними лагідно. У мене би вже здали нерви, я вже кричав. Ні, я тренуюся просто. Це да. Я так тренуюся. Ага, хорошо. Просто забила. Я опозорилась перед двома суддями. Ти задоволена своїми учасниками? Так, задоволена. Да? Задоволена, але не задоволена, що час дуже швидко біжить. Хорошо, удачі. Спасибо, спасибо. Я тільки встигала, знаєш, шукати голові, що ж ми ще не зробили, тому що вони настільки швидко виконували свої завдання. Я була дуже здивована, що вони не сварилися, не ділили між собою процеси, що я те хочу робити, те не хочу. Добав тепер сюди отак два черпачка і перемішай тільки так делікатно, щоб як зефір воно воздушне було. Ой, зефір! Ти не зефір. У мене клічка зефір. Клічка? Хороша, вкусна. Я західна зефір. Любиш? А дома готуєш? Ні. Я дома зефір готова. У мене таке враження, що Циля вже прожив три життя і готував все, що тільки можна. Все, що десь каже він, я готова. У мене вдома є, у мене бабушка Циля вчила. Циля у нас король десертів. А я вегетаріанець. Серйозно? Да. А, любиш готувати овочі? Я вегетаріанець, тому що я вибрався два рази вегетаріанським блюдом із чорних фартухов. Ага, ти сам себе так, значить, називаєш вегетаріанцем, так? Да? Ну, що Циля може підтвердити? Ну, я да. два рази діла вегетаріанське блюдо. І вибрався із чорного фарту. А останній раз взагалі від м'яса відказався. Да. Чого, собі сам відказався? Да. Да. То, може, ти вже і станеш вегетаріанцем повністю? Ні. Ні? Ні. М'яско любиш? Сьогодні капітан Оля, наше взаємодействие отлично. Вона мене хвалила, бо у мене мой муз був ідеальний. Так що, мене хвалили просто до смерті. Оля, а нам точно хватить ці гречки? Мені здається, що якось... Так, да, ну ми ж не будемо, ми ж стараємося таки зробити ресторанну страву. А в ресторані всього потрошку. Добре. Это бизнес, детка. Да, ресторанное дело – это бизнес. А кто хотел бы мати власний ресторан? Я хочу сеть ресторанов. А я хочу кондитерскую, сеть кондитерскую. Я хочу чебуречную на вокзале. Соня, шо кому честно, Соня? Меньше Соня, больше дела. Наши маленькие кулинары очень стараются, чтобы вам понравилось. Обязательно подпишитесь на наш канал и не пропустите ни минутки этих невероятных эмоций.